Как чуваши реализуют социальные проекты, приехали узнать предприниматели из Ульяновска. Что интересного увидели они в республике, обсудили на встрече с заместителем председателя правительства Чувашии Аллой Салаевой. Обе стороны сейчас вплотную занялись развитием внутреннего туризма. У каждой свои идеи и предложения. Не стоит тратить время на изобретение велосипеда. В регионах есть уже наработанный опыт. Заместитель председателя кабинета министров представила гостям проекты, которые республика уже воплотила в жизнь. В рамках рабочего визита гости из Ульяновска побывали в музеях, в Лакреевском парке, посмотрели, как в столице организуют детские праздники. Зашла речь о недавно созданном образовательном проекте. В прошлом году в Чувашии открылась Академия коммуникации World Shop на Волге. Заявки на обучение здесь уже начали поступать из других регионов. Для нас это важно, потому что федеральный центр пришел к нам заниматься кадровой подготовкой на федеральном уровне. Вам удобнее, потому что тоже, да, и территориальней. Это намного ближе, ну и, соответственно, это более эффективно с точки зрения бюджетных вложений каждого, кто участвует. И ориентировочное количество серьезных специалистов, в том числе и руководителей бизнес-структур, которые свой бизнес реализовывают на территории Чувашии, уже около 45 человек, кто приступил к этим курсам. С года в год сами потоки, как в образовательный проект, будут приезжать все больше, больше и больше. То есть это позволит... Ну, возможно, расширить эту нишу. А так как проект уже 10 лет как в России существует, и у нас подписаны долгосрочные взаимоотношения, то с каждым курсом, с каждым новой программой мы будем все больше и больше вовлекать эти регионы.